Последнее домашнее задание в этой игре. На сцене команда КВН МИЭМ, станция спортивная. В мире стали меняться полюса. Женщины занимают руководящие должности, садятся за руль автомобилей. И поэтому роль мам приходится брать на себя мужчинам. Итак, обычный двор. Ага! А мы гуляем, мы крутые, Отцы хорошие, не злые, Вот вернутся мамы и начнутся выходные. А вы слышали, что Милан-то вылетел из Лиги Чемпионов? Ну да. А где ребенок? Ужо! Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. I got the poison, I got the poison, I got the poison, the poison, the remedy. У меня своя. И папа услышал, и папа пришел, и папа тебя в бакалее нашел. Ведь так не бывает на свете. Батон и ребенок на стенде. Ути, вы хороший. Мужики, когда у меня ребенок вырастет, будет футболистом. Так у тебя ж девочка. А что, девочки не растут? Да растут, растут. Мы вот своего хотим в бальные танцы отдать. Какие бальные танцы? У тебя пацан либо бокс, либо футбол. Тебя жена пацана родила, понимаешь? Цени это, цени. Да мы вообще девочку хотели. Слушай, да вы что, сдурели, что ли, Стас? Пути-путики, вы мои хорошие. Мужики, здорово! Я, у меня с ума схожу, у меня крыша едет. Жена в роддоме. Да по тебе видно. Что нужно делать первым делом, когда жена рожает? Ну, я не знаю, отнеси апельсинов. Апельсины уже отнес. Тогда все. Все. Ну, может, я пойду проверю, мало ли, что надо, помощь какая. Ну. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Satisfaction, ту-ру-ту, 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 спи. Вот что сейчас молодежь слушает? Вот наши родители другую музыку слушали. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что средство и зла, наш честный мирок ты. Оля, за что? Ну, Вань, успокойся, все нормально будет. Да, вот было время. Я еще тогда футболом занимался. Дим, а ты чем занимался до того, как ребенок родился? Сексом. Логично. Кость, Кость, тебя прям вырубает вообще, засыпаешь. Да я не высыпаюсь, он по ночам орет, спать не дает вообще. Ну пойди выспись, что ли. Можно, да? Конечно. Валер, подвинься, отец да идет. Да куда ты полез-то вообще? Да, дорога. Солнышко не вяжет. Я с ребенком гуляю. Да не пьяный я с ребенком гуляю, просто с ребенком гуляю. Ты что завела что опять, а? Паника, паника, сейчас как все понарожается и все. Может страну покинуть? Лех, да успокойся, все нормально будет. Да? Конечно. Твой? Ну да. Клевый, можно я понянчусь? Да, конечно, понянчусь. Идиот. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. I'm a scatman. Парни, а у меня сын на Жириновского похож. Орет, а че орет, вообще непонятно. А у меня сын ползать начал. А у меня сын дочь. Мужики, да. Мужики, а я что решил? Я без отца рос. И пусть мой сын без отца растет. Счастливо! Давай, Кость.
Стой, ты что, сдурел, Костя, куда пошел? Подожди! Мужчина, вы не могли бы за колясками присмотреть? Спасибо большое. Кость, подожди, ну куда ты? Давай хоть поговорим. Спасибо большое вам, спасибо. Все-таки мальчиками. Ой, Вань, отдай, это моя коляска. У тебя девочка. Хотя посмотри-ка, показалось. Ну так я дальше так решил. Будет девочка, буду пить шампанское. Если мальчик, то водку, вот так. Леш, девочка! Да, за девочку. И мальчик! Счастливо! Давай, давай. Лех, как дойдешь, аккуратнее позвони. Нет, двойня, это отлично вообще. Да, но ответственность какая? Да. Твоих родить, это же, конечно. Ты же представляешь как. Ну да. Ты капец какой разговорчивый. Мужики, а я вот что подумал. Получится у нас детей воспитать так же хорошо, как нас родители воспитали, а? Да ладно, что ты завелся, успокойся. О, Тош, все, по домам, ребята, давай, 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 давай. Сейчас, если на ребенка намочу, Ленка голову оторвет. Спустя 20 лет. Ха-ха, Костян! Тихо! Здорово! Здорово! Здрасте. Ну как? Я нормально, как твой сын? Мой сын поступил в институт. Какой? В Московский институт экономики, менеджмента и права. А ты все так же рекламой, да, занимаешься? Ну да. Мужики, здорово! Я, значит, так решил. Если мне моя перестанет детей рожать, то хорошо, а если нету, так и буду работать заведующим роддома. Ванька! О, Ванька, а ты что с коляской? А моя дочь мне внука родила, мальчик, как мечтал, помните? Смотрите. Ух ты, слушай, как красиво. К родителям своим относитесь так, как вы желали бы, чтобы ваши собственные дети относились к вам. Сократ. Сократ.